5 seconds remaining. В пике команды Virtus.pro. Лишрак и снова Шейкер на сложную от ВП. Прошлая не зашла, но там СФ был, там был Герокоптер, поэтому много что не зашло, и там был Клокверк, что тоже примечательно, и команда ВП банит этого героя. Они забирают Лишрака и, в свою очередь, отправляют в бан Антимага. А ну и команда LGD Gaming все равно где-то подтрушивает слегка. Опять в баню уходит Визаж, без Визажа. В принципе, Дроу Рейнджер — это не пик. Это не пик, и прошлый матч это прекрасно показал. Хотя там Клокверк, по сути, контрил очень сильно дровку. Может, сейчас все-таки зайдет, но без Визажа я бы не стал. Это обрезанная комбинация, и она положительна постольку-поскольку. Сама по себе дровка вряд ли могла бы организовать что-то более-менее серьезное. Есть другие ребята, есть Phantom Lancer, есть Луна, есть в конце концов селедки, никто их никуда не девал, есть ликаны, тоже приличные такие пики, но пока не берутся. Если сейчас для пуша взять, например, ликаны, взять какого-нибудь варлока в саппортинг, было бы интересно посмотреть на все это. ВП не часто играют такими героями, ну фиг знает, не часто. Тут надо как-то переворачивать с ног на голову все. Darkseer от команды LGD Gaming, еще одна имба. СФа нет, и хорошо, Darkseer под СФа заходит просто жутчайшим образом. LGD Gaming забирают себе Лину, Баунти Хантера и Darkseer. С Баунти Хантером тоже надо бороться. Кто-то должен это делать, может это будет делать все-таки... CM-ка от ВП для ФНГ на мидлейн уже приятно. Ну, на мидлейн постольку-поскольку, конечно, помогать Шраку на мидлейне. ФНГ обычно за какую сторону ВП? ВП за дайр играет. Поэтому CM, по идее, будет тусить у нас на споте крипов возле центральной линии и спускаться постоянно с ХГ к Лишраку вниз. Phantom Lancer от команды LGD Gaming. Надо брать что-то... что-то эдакое. Ну, Луна, скорее всего. Чем еще разбивать его иллюзии? Может быть, Луна. МКБ на ПЛ не частое дело, а бабочка на Луне часто залетает практически всегда. Может, даже немножко чаще. Так что, в принципе, против Пейла воевать можно будет. Ну и ранняя агрессия от ВП тоже нужна. А Луна обладает хорошим спылом. Эклипс это, знаете ли, больно. Забанили Шторм Спирита игроки команды LGD Gaming последним баном, четвертым. Ну и ВП должны взять хорошего керри, который все это разносить будет, который даже со своими иллюзиями сможет воевать. Пока что кроме Луны в голове ничего не крутится. Не Дроу Рейнджер, мне кажется, точно. ПЛ с Дроу Рейнджер даже разговаривать не станет, он просто ее изувечит. А куда делся Void? Куда исчез Void? Как долго он будет еще появляться? Спектра есть в конце-то концов. Тоже хорошая подруга. Ну, тут с Лишраком игра, по идее, должна закончиться до 50-й минуты. А Спектра иногда начинается только на 30-й минуте, как герой. Неизвестно. Ну и Спектру надо обезопасить на линии жесточайшим образом. Против Darkseer стоять Спектре в легкой непросто будет. Она очень ватная на ранних этапах. Надо хороший буст, хорошие файты, чтобы ее хоть в маломальскую какую-то крепость вывести. Так она сыпется, конечно, легко. А Тайншелов будет больноватый. Бейн от команды Virtus.pro. Сколько каток этим героям слито уже? Ребята, вы посмотрите на его винрейт. Он просто ничтожный. Там и Na'Vi постарались, конечно, чтобы винрейт этого героя в ноль превратить. ВП забирают Бейна. Ладно. Ладно. ФНГ, наверное, знает, что делает. Против секретов точно знал, может, и здесь понимает. Значит, Шейк будет на сложной линии. Это не саппорт Шейк, это Шейкер для Фобоса. ФНГ будет играть на ЦМке, Лил будет играть на Бейне и мидлейн год, скорее всего, Лишрак. Хотя LGD Gaming так не думает. Они думают, что Лишрак может пойти и легкую пофармить. Chaos Knight. Ай-яй-яй. Забрали ЦК. Не забрали, точнее, забанили ЦК игроки команды LGD Gaming. Ну а что тогда? Что еще остается? Наверное, Луна. Других вариантов не вижу.
Кажется, K, конечно, полезная штука. Рики берите, ребята. Берите Рикимару. Это ж крутая тема, Рики. Это прям великолепная тема. Ми поберите. Templar Assassin еще от LGD. Ну блин, вот Phantom Lancer и Templar Assassin. Ну две имбы жутчайшие. Тут вообще LGD Gaming таких набрали титанов своего дела. Но эту игру надо заканчивать, я не знаю, минуты до 25-й желательно. Что в лейте против ПЛа и кто в лейте против ПЛа? Ну ждем. ЦК в бане, жалко. ЦК и правда мог бы зайти 100% хорошо. У Virtus.pro на все про все 30 секунд, там 35, 30, пока я закончу фразы о секундах. Вот и 30 секунд осталось у Virtus.pro. Void, давайте. Void или Луна, или Медуза. Против ПЛа, Медуза, Стоунгейс, Иллюзии к черту пошли. Наверное, Медуза, кстати, может, да. Ну, блин, тогда в такой жесткий лейт надо идти. Ну, как так против ПЛа в лейте играть? Ох, я растерян. ФНГ лишь бы не был растерян. Луна, Медуза. Да. Queen of Pain. Иллидан забирает себе Лишрака и будет фармить, как я понимаю, легкую линию Queen of Pain для года. На мидлейн Лил. Будет играть на Бенни, Кристал Мейден, ФНГ и Шейкер. Это Фобос сложный. Со стороны команды LGD Gaming. Ох. Templar Assassin от Maybe. Сайлер будет играть на Phantom Lancer. Яо будет играть на Dark City. Ксяо Эйд забирает себе Баунти Хантера. Такие дела. И Лина будет саппортить. Нормально. Ладно, короче говоря, даже сложно сказать, что здесь будет по матчу. Все очень сильно будет зависеть от реализации героев. ПЛ и Templar Assassin в лейте страшная сила, страшнейшая сила. Против тех же секретов вчера ВП не смогли справиться с Темпларкой. Теперь ТА тоже у нас может много чего отмочить. Яо будет играть на Dark City. Как так? Неужели Дарксир не отправится в сложную линию? Хотя, наверное, отправится. Ксяо на Баунти Хантере. Да, Ксяо у нас будет опять роум ходящий вард, который просто жизни не дает. ФНГ под Ксяо Эйтом. Ксяо его видит. Ты видишь его? Да он все видит. Он все прекрасно видит. И здесь вся команда ВП, конечно. В соло бы его развалили, но высовываться Ксяо Эйт не будет. Это же нормально. На нижней руне уже команда LGD. На топ-руне Virtus.pro здесь все зарезервировали. Баунти Хантер. Стоит уже что-то, собака выдумал. Бейн от Лила с вардами, поэтому, по идее, не надо сюда баунти соваться. Лил, где твой вард? Нет варда, нет варда. Ксяо Эйт, что, в сложную? А в лес отправляется Дарксир? Нет, ДС идет в сложную от Яо. И Ксяо Эйт будет просто тут побегушками заниматься. Мидлейн, год на Queen of Pain. Легкая линия Лил и... Иллидан на Лешраке. На соло ринг уже Иллидан планирует выходить. Фобос на Шейкере. На сложной стоять ему в соло против Сайлора. Ну и сюда сейчас придет ММУАЙ на лине. Ох, Шейкеру непросто, конечно. Год рубится с Мэйби. ФНГ недалеко. Ну и вард ФНГ ставит на мидлейн. Обезопасить от Ксяо Эйта. Ксяо Эйт тоже есть вард. Придет и задевартит. Нет, Ксяо Эйт где-то вард оставил. Ксяо Эйт здесь просто пилит по... Ой, промазывает Иллидан сплитесом. Пока что без фрагов. Ох, заруба здесь, конечно, будет жесточайшая. Год проседает по ХП от Мэйби. Мэйби под Шадоу Страйком. Год дальше за Мэйби. На ХГ прыгать нельзя. Тут развал будет. Ой, Псиблейды неприятные. Какие погоды. Еще один удар. Год сейчас просто развалится. Ох, на 20 хп год просто упрыгивает. Под псиблейдами, конечно, отоварил бы его Maybe 100%.
У Темпларки 1 на 3, у Года 3 на 1. Абсолютно обратной графике, но тут надо фаст ботл. Блин, как Сайлер, как Мэйби офигенно стоит мидлейн. На самом деле, просто потрясающая игра от мидлейнера команды LGD. На SF он унизил ВП. И здесь, через псиблейды, просто 100% точной атаки. Ну и третий левел Темпларка, третий с половиной левел Год. Яо в это времена сложно. Или Дан через Lightning Storm, через Плитеоз. Его дело здесь фармить. Ну, Iron Shield дело тоже достаточно простое. Или Дан еще где-то какими-то моментами не дофармливает. На легкой линии Сайлер 8 на 2. Фобос крипов видел вообще? 4 на 0, да, Фобос видел, как выглядят крипы. Год приносит себе Healing Self, до батлы еще не дофармил. У Maybe full HP, Maybe в принципе ботл себе сейчас притарабанит. Год не может близко подходить. Maybe прекрасно знает работу псиблейдов, поэтому Году здесь очень сложно и видно это. Видно, как пыхтит, старается. 84 квапа, Maybe в это время 9 на 5 уже вышел вперед. Год не дофармливает даже в элементарных моментах. Ну, блин, здесь такое напряжение. Конечно, это матч на миллион долларов. Конечно, здесь сложно сконцентрироваться так вот в достаточной степени. Курьер вонючий, умри. ФНГ еще по тавр подставляется. Стопят Maybe. Shadow Strike от Года не залетает. На этом мы остановились. Фобос ждет. А что ты ждешь, Фобос? Пока ММА в тебя задует. Непонятно, чего ждет Фобос, кстати. Ну не руну ты же ждешь. Как-то по таймингу долговато будет. Баунти Хантер в инвизе под Айншеллом. Пошел ФНГ выжигать. А Баунти может. Вспомните эту комбинацию. В пабах наверняка пробовали. Рики или Баунти Хантер в паре с Дарксиром. Просто Айншелл бросили на тебя инвизного, и ты стоишь, с ума сходишь. Лил не добегает. Найтмэр у него есть, но он не добегает и не цепляет в итоге Яо. Пока пассивная дота. 4 минуты у нас уже прошло. Руну у Года отожмут. Ксяоэйд здесь. Году надо сразу же уходить отсюда, хотя ФНГ рядом. Цепляют Ксяоэйда. Не достает. А где же твоя Нова? Нет его Новы. Вижен есть от ФНГ, но Ксяоэйд уходит уже в Shadow Walk. По ХП не просядет, конечно, до ноля. Ну и Год начинает получать. У Года наконец-то ботл уже готов. Ботл полетел в Курьере. Году надо просто аккуратничать здесь. Иных вариантов нет. Maybe поинтереснее смотрится. Хотя у Года лучше крипстат. Год тут вроде по ХП и проседает, но это все оправдано. У Года 16 на 8, у Maybe 12 на 8. Баунти уже на топ-лейн. Зацепили Яо. Ну, это так просто кошмарики показали ему. Пока Элидан в него не кастовал ничего. ММАй был рядом. Вижен здесь есть, как я понимаю, да? Должен быть. Нет, не видят, не видят. Ксяоэйта видят. Ой, Ксяоэйт в инвизе. От Ксяоэйта лучше бежать. Теперь видят Ксяоэйта, можно его зацепить. Вонючие крипы, отойдите в сторону. Ох, задолбущие, конечно, эти крипы. Тут вся дота против команды Virtus.pro. Но это всегда так. То солнце в глаза светит, то судья. Кто-то там... Классика, классик. Ну и Ксяоэйд вроде и не подходил близко, только прилетел, а ХП уже половины нет. Год на мидлейне. Шестой левел. У Maybe шестой тоже есть. Посмотрите на эти танцы. И тапка нету Года. Это плохо. ФНГ. Третий левел. Лил четвертый. Или Дан четвертый с копейками. Что это было сейчас? Это что, это молния была от Иллидана? Это он так хотел по всем, чтобы всех зацепило. В итоге одного крипа зацепило. Иллидан просто чудеса какие-то творит. В плохом смысле этого слова. Maybe контролит руну на топ-лейне. Год пошел на нижнюю руну. Фобос здесь придерживает, если что.
Так, проседает Яо у нас. Яо развалили через Лила, через ФНГ. Так, 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 так. Это смотреть, это нельзя пропускать. Найтмер пошел в Яо. Яо фуловый, но это пока еще. Сплетос ему под ноги. Молния по голове. Минус Яо. Хорошо, ФБ забирает команда Virtus.pro. Или Дан уже почти шестой левел. Пульс снова тут не будет, конечно, со старта. Но попозже может и появиться. Год на Сайлер. Сайлер сразу убегать. Ну и год. Ретировался. Отсюда валить, 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 валить. Семь минут сыграно. По фарму LGD были в плюсе 600. Теперь вниз пошли. И по экспириенсу LGD 400 выигрывает. ФБ немножко ситуацию исправил. Ксяуэйт, куда ты, родной, пришел, а? Сплетес ему под ноги, валить его просто. До свидания, капитан. Капитан отваливается и отлетает в таверну. Но это второй уже фраг, он уже подороже. 332 по голде, 232 по экспириенс. Тут магия чисел. Чисел 3, 2 и 2. Какая банальщина, да? Так и есть. ФНГ должен ловить Мэйби. Подстопить. На ХГ прыгает Год. В Мэйби сразу же тут сейф ТП. Мэйби лоу ХПшный. Соник Вейв от Года. До свидания, Мэйби. Год без блинка. Года надо как-то выхилить. Что-то надо с ним сделать. Сайлер в колбу. Доппельгангер уходит отсюда. Размен один в один. В пользу, наверное, LGD все-таки. Потому что там много стояло. Получало экспу. Получало деньги. 600 голд. Экспириенса 300 голды. Ну, сотню потеряли ВП в этом замесе. Но хотя бы... Мэйби наказали. Прошлый матч он вообще со счетом 0-11 закончил. Лил, отправь его поспать. Спать. Счет 3-1. Лишрак уже есть почти седьмой левел. Пульс снова прокачал. Или Дан. Папа опять на Мэйби. Что-то устрайк, но здесь рефракшн очень долго сбивается. У Года есть тапок, у Года есть, ну, талисман, Magic Wand, Bottle, у Maybe. Почти готов Power Threads или даже готов. Нет, не готов еще. По фарму ВП 250, по экспириенсу тоже они вышли в плюс. Как там Фобос поживает? А Фобос вообще халява здесь, Фобос на отдыхе. Фобос не сильно тут страдает, 23 на 1 крипстат, про него забыли. Сам Сайлер его в соло тут не разваливает. Да, у него лучшие дела по фарму идут, конечно же. Так, ой-ой-ой, как Иллидан тут настрелял плотненько по Яо. По Яо ему. Зарядил по Яо, чуваку. Тут надо почаще проверять их Яо. А вот не такие крепкие, как показалось в первом матче. 500 голды ВП и по экспириенсу 170, тоже в пользу команды Virtus.pro. Мало, но это уже лучше, чем ничего. ФНГ, Варды, Деварден, Кэп тут просто отжигает. Год перемещается в лес. Пофармить варианты есть. Через Scream of Pain тут цепятся. Крипы Темпларку оставили. Нет, Темпларка уходит тоже в лес фармить. На центральную линию перетягивается ММА. Заработать шестой левел тут немножко совсем осталось. В Темпларке уже есть восьмой с копейками. Ксяуэйт, мистер стак крипов. Ну и Яо терпит на линии. 25 на 11. Ули Шрака 47 на 11. Queen of Pain забирает у нас... забирает у нас Баунти Хантера. 4-1. Нормально, нормально как это все было. А вот так это все было. Финсгрип тебе. По голове и... Сяоэйт отправляется в таверну. Яо опять проседает. Иллидан просто должен спамить всем, что у него есть. Молнии. Сплетес. Пульс снова. Все, Иллидан фармит здорово. 62 у Сайлера меня немножко пугает на самом деле. Лейта все-таки за командой LGD, мне кажется. Темпларка плюс Фантом Лансер. Это убойная сила совершенно. Тут надо либо рано пушить, либо рано убивать героев. Что-то в любом случае надо делать заранее. В лейту уходить вариантов немного. Thank you.
Так, забегают на Иллидана. Сяоэйт. Ой-ой-ой-ой-ой, Лакуна Блейд. Стенка, и просто Иллидана разорвало. ММА здесь сделал половину игры, еще и Мэйби сюда прилетает. 2 в 0 файт, где в это время год. Год спокойненько фармит на центральной линии. И разбивают варды LGD. Ох, как огрызнулись жестко. 780 голды, 1100 экспириенса. Минус 2 просто от LGD. Фактически на ровном месте. По таврам поймали, а потому что могли. Фессура от Фобоса. Фобос пока отсюда не уходит. У него вроде как по фарму тут более-менее. В прошлой игре такого не было. В прошлой игре был абсолютный подсос от оффлейнера команды Virtus.pro. Здесь вроде как есть варианты еще подфармить. Фобос остается здесь. Наверное, это правильно. До даггера надо где-то быть там, где есть вариант этот даггер насобирать. ФНГ. Вообще по фарму тухляк полный. На предпоследнем месте. Хотя Ксяоэйта загоняют. Вот это мне нравится. У Ксяоэйта ничего вообще нет. У него по вином, который он со старта купил, и все. И обсервер вард. И даже на тапок не хватает Ксяоэйта денег. Роху завардил. Мумай уже приобретает себе урну в Shadows. Есть у него Аркан Буцы. Мумай 7 левела. Вот это саппорт, а. Здесь 5 левел ЦМ-ка. Но он убил Иллидана, ну или, по крайней мере, участвовал в убийстве Иллидана. Поэтому неудивительно. У Иллидана уже есть почти на Soul Booster. В принципе, 800 голды, и у Иллидана будет готов Bloodstone. Пока фармить надо какого-то саппорта, няньку к нему представить. Может ФНГ, может... Может Бэйна того же перетянуть туда. Главное дофармить Bloodstone, потом немножко другая история начинается у Лешака. Виталити бустер уже летит. Год фармит леса. У года есть уже на один обливен ставка. По первым делам будет собирать орки. Неогонимо орки. Иллидан дальше фармит. У Иллидана 400 голды на руках. До рецепта остается 400. Это две пачки крипов. Это минута по большому счету. Но там полторы максимум. Иллидан в леса пошел выфармливать все необходимое. Понятно, что надо максимально эту короткую сумму, максимально короткий промежуток времени эту сумму небольшую насобирать. 530 на руках. Разберились всех вообще, кто куда. Фобос, как там? 1200 на руках после Транквилла и Сол Ринга. Где Сайлор? Год забирает руну внизу. Как там Лишрак, Лишрак, Лишрак? Все, у Лишрака есть Бладстоун. Да, нет, ну да, вроде 800 же рецепт. 900 рецепт, учим отчасти. Все, теперь есть Бладстоун. Ну, диаболик есть, иди развали этот тавр. Руками будет. Руками будет, ух, хитрюги, а, и заденает этот тавр. Хотя, может, и не заденает. Да ну, ну, как ты это делаешь-то, а? Просто Лишрак тут подстопил. Одну тычку дать ему, все, и это был бы конец. Лишрак еще не приобретает себе ничего у нас за мест. Пошел Лилоу хпшный. Лагуна Блейд провязал ММАй. Яо цепляет, сплитос по Яо. Начинает под пульс новая гореть Иллидан. Яо отваливается под стенкой оба. ФНГ Иллидан. Год в замесе, минус 2 уже от команды Virtus.pro, теряют Фобоса. Лоу хпш на ФНГ, но ФНГ на безопасном расстоянии. Хотя какое тут безопасное расстояние, просто валить отсюда. 2 в 1 пока что замес. Трэп под ноги, нету даггера еще, нету даггера. Просто в кусты и ждать, пока мана натикает. Все, мана натикала, ФНГ улетает. Иллидан тоже отсюда уходит. ТП от Иллидана, Bloodstone собрать. Это разобрать, Bloodstone собрать, ну-ка. Ну-ка, да. Все, есть. Фух, 4-6. По голде ВП в 0. По экспириенсу ВП проигрывают 1100. Яо перемещается на нижнюю линию. У него уже почти готова мека. Осталось на рецепт насобирать. Как там Сайлор? Сайлор уже есть на еще один Blade of Alacrity. Есть на Rope of the Magi. Остается на рецепт диффузов. Если это не Яша, конечно. Может и Яша быть для Сайлора, но уже бы что-то покупал бы. ММУАЙ на линии. Аркан Бутсы и Урн оф Шадоус. ММАЙ немножко тут подфидил. А, сыр в это время. Так, под смоком команда ВП. На нижнюю линию. Будут ловить Яо.
Для этого Яу надо показаться. По лесу идет команда Virtus.pro. Некого ловить. Финсгрип есть у Бэйна. Цеплять просто некого. Ну и все, смоук спал. Поставили вард. Здесь смоук спал постольку поскольку. Потому что пора уже было спадать. Ксяоид сейчас, кстати, появится. Фиссурку, давай. Ай, не дают в него фиссуру, но дают в ММА. ММА, по идее, должен разваливаться. ММА лохпшный, не успевает даже под ноги себе ничего пнуть. ММА развалили. ФНГ надо сейвить что-нибудь. Сон! Сон по ФНГ! ФНГ будет, и Фантом Лансер своими иллюзиями тупыми расковыривает в итоге ФНГ. Лил отсюда валит. Фобос на подсейв. ТП. Ой, ТП, блин. Фиссура, конечно, какой ТП. Так, слышу квапа. Тут драку продолжает год. Вместе с Иллиданом по мэйби. Году надо уходить. И Иллидану по-хорошему с реки лучше бы подняться. Разменяли саппорта на саппорта, по-моему, в пользу команды ВП. Нет, по фарму LGD в 1000+, по экспириенсу LGD тоже в плюс. Отходят. Иллидан заряды не терял. Иллидану надо нормальный тапок. Иллидану надо БКБ. Иллидану нужно Октарин Кор. Ему очень много денег надо. Фармит, конечно, Лишрак хорошо, но тут каждая секунда идет на счет, поэтому надо понимать, что, например, против ПЛа с диффузами я на Лишрака бы не поставил. Диффуза уже практически вот они у Сайлера. Вот, рецепт уже сейчас будет лететь. Диффуза есть уже. Рецепт на диффюжал уже здесь. Все, Метрил Хаммер приобретает себе мэйби. Второй Метрил Хаммер. Второй. Мэйби уже дизолятор будет через то время, когда курьер до него долетит, то есть через 7 секунд. 6, 5, 4, 3. Да не беги ты, стой на месте. 2, 1. Дизолятор. Мэйби троллит меня просто. Дизолятор у темпларки. Хаста, там баунти руна. Оказалось, хаста. Так, ФНГ гоняет здесь Ксяоэйта. Ульта пошла от года в Ксяоэйта. Просто задул ему между позвонками. Проверили ультразвуком. Ксяоэйт не очень прочный. Ну и это он уже доказал неоднократно. Ксяоэйта 0-3-3. Конечно, не прочный. Половина сливов вообще от команды, от капитана. LGD все равно в плюсе по фарму. Как вы это делаете? А вот как они это делают. Сайлер по топ-лейну идет. Уже ПЛ второй лайн начинает пушить. На центральную линию выходит команда Virtus.pro. Втроем, вчетвером здесь ФНГ. Далековато как-то стоишь. У Лидана диаболики проюзаны. И отходить должны игроки команды Virtus.pro. Перетягивается сюда Сайлер. Сейчас будет масс-файт. Сейчас кому-то будет больно. У Квапы есть Оркет. У Квапы есть дабл дэмэдж. Год оттуда уходит. Есть у Фобоса даггер. Принести и ждать. Без даггера лучше бы не файтиться, конечно. Ну, хотят подпушить тавер еще немножко. У Года нормально с руки. Глифа нет, поэтому можно убить тавер. И Год начинает танковать тавер. В итоге денай. С иллюзиями уже Год не справляется в соло. 20 минут сыграно, 2000 по золоту LGD, по экспириенсу тоже LGD. Я не знаю, внизу заденайли они тавер или нет, но вот из трех тавров два точно были заденайны. Здесь и здесь денают команды LGD Gaming. Темпларки, maybe, потрясающий фарм на самом деле. Как в первой игре, так и во второй, 8500. И здесь Сайлер выходит на второе место. Тоже повторяется ситуация, когда первые два места были у команды LGD. Видят Ксяоэйта. Ну, это фидер просто от бога. Ксяоэйта, скорее всего, и не будут тут. Не будет даже полиция. Иллидан, Иллидан в инвизе. Иллидан поджигает ММВая. Лоу хпшный ММВай выхиливают его. Ай, как неудобно, конечно. Но минус 3 от ВП уже есть. Фобос уходит от темпларки, далеко не уйти. Ульта от ФНГ, Сайлера тоже здесь закрывает. Сайлера надо убить. В таверну Сайлер. Подождите, и Фобос там мансит. И Фобос нормально так размансил. У него нет даггера, но... Ой, у него нет ТПшки, но тут просто через даггер вообще все отрывы. 4 в 0, по сути. 4 в 1 файт. Лишака убили. 200 зарабатывают ВП в этом файте. По золоту, 3700 по экспириенсу. 12-6. С LGD можно играть, их можно убивать. Это просто королевский муф от Иллидана. Он не выходил из инвиза, и было такое впечатление, что там никого больше нет. Два саппорта убивают Ксяоэйта. Сейчас я им расскажу, решил ММАй. И как наступит на сплитес. Как лопнет у него там сзади что-нибудь. Иллидан
ловит трек. Ну, не знаю, на развороте можно и подраться, кстати. ФНГ уже без ульты, стяжка. Это классика. Классик, конечно, взять и отдаться после удачного файта. Сплитос пошел от Яо. Сгорает здесь сразу два игрока команды LGD. Фобос побежал дальше. Ох, месиво. ФНГ разменивают на оффлейнера, на саппорта. ММА хорошо себя чувствовал по фарму. 2 в 1 файт. Вышка начинает подгорать. Год добьет или не добьет эту вышку, непонятно. Ух, Салер сразу же тут замансил. Да еще один динай, да, Тавара? Скорее всего. А нет, все-таки силы тьмы добили Тавар. Год уходит. Лил бежит отсюда или Дан бежит отсюда. Диаболики провязал Лишрак. Тут есть ТП, у него надо просто валить. ТП сбить нечем. Дан пешком отсюда уходит. Лил уходит. Год уходит. Фобос уходит. ФНГ ушел. Ух, тут некуда наступить. Везде трэпы взрываются. Ну тут нормально по фарму. Команда Virtus.pro поднялась. Я думаю, что... О, вот это да. 2000 проигрывали Virtus.pro по фарму. Теперь 2 в плюсе. И по экспириенсу 3 проигрывали Virtus.pro. Теперь плюс 1000. Развернули команду LGD. Теперь самое время наклонить. Virtus.pro на рофле. Быстренько с ним справиться. Сюда LGD не успевают. Они как-то не особо пытались. И смотрите, что Phantom Lancer решил приобретать сразу в БКБ. Не нравится ему с лежаком бороться. А ну и правильно. Ловить-то его можно через финсгрип до проюзывания БКБ. ФНГ на центральную линию. Ты же не будешь драться в соло против Сайлера? Под треком ФНГ. Сейчас ФНГ будут просто разваливать. Роха упал. И Лидан Саега, и у Лидана есть Gladstone, Staff of Wizardry. Это что это? Это то, что я думаю. Наверное, Юл будет для Лидана. Для нормального мувспида, чтобы убегать из-под треков, из всего-всего-всего. Ну, скорее всего. Вряд ли здесь Аганим со старта пойдет. Думаю, Юл. ВП на свою базу. Что случилось, ребят? Здесь пушится линия, уже до хайграунда дошли. Maybe. Стоит в мелде. Хитрая собака до ужаса. Ксяо в инвизе стоит. Просто поджидают. ФНГ варды разбивает на собственном ХГ в лесу. Ну и ВП пока что в плюсе. Хотя, посмотрите, пока ВП там чем-то занимаются, LGD фармят. И только ВП тут файтами выиграли 3000, сразу графики до 1000 упали. Здесь по экспириенсу тоже только в 1000 вышли в плюс. Virtus.pro сразу же LGD. Я не могу понять, откуда у китайцев эти деньги берутся. Ну, перефармливать Китай это практически невозможно. Сайлер уже 2500 имеет на руках. У него есть Ogre Club. 300 голды остается до Блэкинг Бара. ПЛ с БКБ это немножко обрезанный ПЛ, так что можно воевать с ним. ММА будут ловить. Скорее всего, прыгает на ММА у нас год. Ульта где? Где Sonic Wave? Год будет ждать еще одного прыжка. Прыжок дальше за ММА в таверну. Обычный килл от года. Год уже идет со счетом 8-1-1. Какой же крутой игрок команды Virtus.pro этот год. 330 голды, 555 экспириенсов. Соло причем. Без потраченного Sonic Wave. Кстати, у года остается... Ничего не остается, у года уже готов Аганим. Квапа молочага здесь. Maybe начинает где-то проседать. Maybe был такой жесткий по фарму, а теперь похуже немножко. Здесь всяким волшебством и чудесами Maybe можно убить. Конкретно магический прокаст в него, если зайдет без рефракшена, то темпларка и отвалится. И рефракшен есть чем сбивать. Те же диаболики, те же пульс снова, да просто с руки по разу сбросится, а дальше ульта от квапы. ВП готовы файтиться на мидлейне. Подсветили у нас лишь рака. Но это было предсказуемо. И здесь уже пушится хайграунд. Уже хайграунд пушится. Юл есть у Элидана. Диаболики пошли от Элидана. Глиф есть, его пока не юзают. Далековато команда LGD.
И опять релив. И что, и будут опять денайть или как? Ну, скорее всего. Хотя, ну, хотя бы одну вышку может забрать команда Virtus.pro нормально, руками. Нет, будут денайть, я вам точно говорю. Будут денайть, там Ксяоэйт разваливается, Квапа за ним. Ксяоэйт, еще один удар, Ксяоэйт улетает в таверну. Ну, как бы своим ходом. Ну и Фантом Лансер денайт еще раз стало. Какая-то просто задница с этими товарами. Все деньги абсолютно обрезаны. Все деньги улетают в трубу. Команда LGD теряет товара, но теряет минимум голды. Точнее, не дает заработать ВП. Ни себе, ни людям, а. Одно слово, китайцы. Год с гемом. Году это надоело. Хватит это терпеть, решает. ФНГ приобретает гем, вручает его своему мидлейнеру. Нормальный такой капитанский мув. Так, Лишрак в это время. Что там? 1200 на руках у Иллидана. Может, Аганим есть смысл? Хотя и БКБ... А, против кого БКБ? Против Лины... Разве что. Потому что тут не факт, что саппорт ММА соберет Аганим в итоге. Ну, наверное, неплохо было бы Иллидана БКБ получить. Маны уже много. Манореген тоже огромный. Во-первых, Бладстоун. Во-вторых, Арканаура. Чем четвертого левела, как я понимаю. Да, так и есть. Колба второго, второго Кристалнова, четвертого Кристалнова, четвертого Арканаура. Фризингфилд первого левела. Удивительно, но факт. Haste. Так, ВП. Продолжают вести по счету 1000. По голде, точнее, и по экспириенсу чуть меньше 1000. Но вроде как графики движутся в их сторону. Но мидлейн Фобос бежит с даггером. Будут батить на тавр игроки команды Virtus.pro, как я понимаю. Хотя тут без байта. Просто будут сейвить тавр и все. И пошли вон отсюда. Так, у нас замес возле Рошана. Дарксир забирает Бейна. Мэйби под БКБ начинает наваливать по иллюзиям. Мэйби разбивает иллюзии. Мэйби готов пофатиться. Под стенку все. Иллидан бежит дальше за Яо. Иллидан догоняет Яо. Яо развалился. Лишрак забирает еще один фраг. Сайвер начинает просто под тауром наваливать под БКБ. Иллидан. Пульс снова горит, конечно, у Иллидана. Но, блин, Сайвер в БКБ все абсолютно съедает. Мэйби лоу-хпшный. Фобос прыгает за ним. Мэйби сгорит и отсюда. Пульс снова. Последняя тычка от Иллидана. 2 в 2 размен. Потеряли Квапу, но забрали Темпларку и забрали оффлейнера команды LGD. Ну и Сайлер просто неуязвимый. Конечно, БКБ 5-секундный скоро будет, я надеюсь. В итоге-то это провал от команды Virtus.pro. LGD зарабатывает 1700 по голде за трех героев. LGD зарабатывает 400 по экспириенсу. Графики уже сравняться должны. И лейт этот. Лейт Сайлер меня пугает все больше и больше, потому что у нас уже 30-я минута. Не Лишрак будет тащить на 52-й. Это, конечно, хорошо и опасно все. Леший очень крутой ДДшник, но... Вы видели, что происходит при одном заюзанном БКБ. Валвы, объясните, пожалуйста, что, где, откуда у него смотрит. Если так не понять, что это меч, чем чувак смотрит? Ух, тошнотворные, конечно, там дизайнеры сидят. Такое ощущение, что просто упорыши в последней стадии. Ну вот, ВП хоть что-то заденайли. У Фобоса уже все круто. У Фобоса есть форстаф, у него есть плейтмейл, даггер. Многовато всего. Тут хекс надо квапе 100%. А квапа собирает у нас кирасу, скорее всего. Или, может, две шивы вообще будут. Но они вроде как не стакаются, разве что по очереди. Лишрак приобретает себе поинт-бустер. Плейтмейл есть. И здесь плейтмейл, и здесь плейтмейл. Лишрак с плейтмейлом. С плейтмейлом Квапа. И с плейтмейлом Шейкер.
Простите. Не многовато ли? Год уже с Аганимом. Может себе позволить. 40 секунд КД. В это время нижний тавер идет дефать команда Virtus.pro. Один лишь рак сюда. Фобос сюда. Перетяжка еще и от Лила. Ну и задефали. Улетает отсюда Сайлор. Мэйби тоже отсюда бежит. На Рошана в это время заходит команда Virtus.pro. Завардели все необходимое. По идее, никаких тут баунти-хантеров пройти не может. Роха падает достаточно быстро. Пульс на унизайд, диаболиками разваливает Рошана. 2000 на руках у Лишака после приобретенного поинт-бустера. Аганим, не аганим, сейчас узнаем. Может, в принципе, и будет Гладстоун и Октаринко. Нормальная комбинация. На хайграунде уже стоит команда LGD. Уже пронюхали, уже знают. Прыгает у нас Мэби, затягивает ФНГ на ХГ. Так это отлично для Фризингфилда. Фризингфилд пошел от ФНГ, все стоят под Блэк Кинг баром. Ну и тут просто Бэйна и Квапу. Ой, Бэйна и ЦМ-ку разваливают. Иллидан начинает подгорать за Иллиданом. Стопят его, поднимают ветра и прямо носит на стенке стоит Иллидан. Эхо снайм от Фобоса. Минус 3 от команды LGD. Минус 4 от команды LGD. Миллион денег они подарили только что китайцам, игроки команды ВП. И, по-моему, тут очень не очень идут дела. 3400 по голде, 5500 по экспириенсу. Дождались, когда будет БКБ у Phantom Lancer, когда будет БКБ у Темпларки. У Темпларки есть даггер, у нее 300 на руках. У Phantom Lancer есть... Все, в принципе, у Phantom Lancer есть. У него 2000 на руках, у него есть Яша. Сейчас будет Манта Стайл, и там с иллюзиями неясно, как справляться. Задувка от Квапы хорошая тема совершенно, но долговато до всего этого. Год уже приобретает себе Хиперстоун. Квапа будет собираться в Кирасу. До Кираса немного осталось. 1300 рецепт. 500 тут. 800 голды будет Кираса у Квапы. Это ж надо было дотащить до 35 минуты, чтобы начать драться против Phantom Lancer, против Templar Assassin, против Лины, в конце концов, у которой уже второй Laguna Blade есть. И Point Booster появляется потихоньку. Сейчас будет Аганим, и там БКБ уже собирай, не собирай. Но я так смотрю, никто и не стремится к сборке БКБ на самом-то деле. Те, кому он действительно нужен, вариантов собрать БКБ вообще не имеет. А те, кто может собрать БКБ, не хочет его собрать. У Года есть рецепт на Кирасу. Копейки просто остаются до чейнмейла. Фобос помогает Году нафармить. Все, у Фобоса есть уже готовая... Ой, у Фобоса, у Года уже есть Кираса. У Фобоса 1350 на руках. У ФНГ 1300 на руках. Неясно, что собирать. Геосептор, наверное, собирать. ФНГ, что еще там собирать? Тогда Лина будет его фокусить, ЦМ-ку. Да блин, ну тут, ну хотя бы Геосептор собрать. Хоть как-то, БКБ, не БКБ, Глиммер Кейп, такого может и не быть. Перетяжка на нижнюю линию, Лишака развалили, Лишак не надамажил толком вообще никого. Год просто должен отсюда уйти, не надо в соло здесь файтиться ни против кого вообще. Отдавайте Т2 и валите. Под треком еще и Шейкер, палево абсолютно. Год отходит. За Лишака 1300 голды получает команда LGD. Ну задуть и упрыгивать, что еще делать Году? Год просто отсюда уходит. Ксяуэй, сразу трек на Года. Еще один тавер падает. Без Лишрака файт невозможен. У Лешего 3000 на руках. Magic Wand продавать, покупать аганимы. Думать, как выжигать здесь все. Нифига Лишрак ничего не покупает. Никого не выжигает. Soul Booster. Значит, будет, а не аганим. Квапа тут на крипов разоралась. Ну и Леший приобретает себе Soul Booster. Будет покупать Octarine Core. В Bloodstone уже 4 заряда у Иллидана. Печаль, тоска, несчастье. 7500 LGD по золоту, по экспириенсу 7000 тоже в пользу LGD Gaming.
Что Лешрак, имбовый Лешрак? Должен же тащить. Неужели ВП взяли сломанного Лешрака? Из всех Лешраков, которым не удалось попасть в игру, этот Лешрак может проиграть матч. Это удивительно. Засиделся в бане данный герой, разучились на нем играть. А его нерфили все время, пока он был в бане. Его Valve по чуть-чуть, понемножку нерфили. Да они не нерфили они. Они просто не нерфили Фантом Лансера. Фантом Лансер для Шраку этому, в принципе, вообще смотрел на него в упор и не видел ничего. Фобос уходит, но и команда ВП должна просто закрыться на своем хайграунде. Внешних товаров нет. Драться где-то на лоу-граунде вариантов тоже никаких для ВП. Стоять, фармить. Крипы на вас идут. Стойте, фармите. Забудьте вообще о том, что вы когда-то выходили с ХГ. Стоять по-китайски, терпеть на ХГ, дотерпеть до того момента, когда у Лешрака будут нормальные артефакты, идти файтиться. К опаске расой, ну, что она может сделать в соло против Темпларки? Наверное, немного. Дезолятор и мелт, и нет никакой керасы уже на клопе. Ну и что здесь надо собирать дальше к попе? Темпларка приобретает себе еще и Дейдалус. Ой, мы без Яшей, мы без Дезолятором, БКБ, Даггер, Дейдалус. И у Сайлора появляется Eye of Skadi. Да, у Сайлора сейчас будут деньги на Eye of Skadi. Among the hidden ones. Готов Скади для Сайлора. Диффуза, Скади, БКБ, Яша. 38-я минута. Творс хороший, конечно, у команды Virtus.pro. Тут Иллидан в порядке пыхтит. У Иллидана уже Октаринкор должен быть готов. А Курьера здесь... Все, готов Октаринкор для Иллидана. Maybe в инвизе выходит. Будут ловить Года. У Года есть Ultimate Orb, у Года есть чем сваливать. Год должен уходить отсюда. Год упрыгивает. Как поворот не туда просто от Года. 3 секунды Года сейчас сдуют. Это же надо было так, блин, кануться, а? Квапа, какого хрена? Как это вообще делается? Как это делается? Ну никто не блинкуется в темноту. Никто не блинкуется туда, куда ты не знаешь, куда ты приземлишься. Это же классика, это же на ХГ заходить без вардов от хвоста на команде Нави. Теперь драться без квапы. У квапы нет байбека. И драться без квапы на самом деле очень недолго. Фобоса разваливают. Иллидан поднимает себя в ветра. ФНГ старается подсейвить Иллидана. Иллидан отправляется в таверну. У Иллидана нет байбека. Убивают курьера команды Дайр. Нет, не убивают. Убивают курьера команды Radiant. Мидлейн рассыпается. Минус 4. ФНГ пятым отправляется в таверну. Тим Вайп от команды LGD. И мидлейн у команды LGD сейчас, от команды LGD сейчас рассыпется. Это просто один слив от года. И файтиться пришлось 4 в 5. И все начали просто как ополоумевшие рахиты бегать влево, вправо. Ну потому что драться надо в меньшинстве. Потому что вас просто врасплох поймали и как детей наказали. Но это даже немножко странно смотрится. Такая детская ошибка. И что я заметил в топ-коллективах, коллективах хорошего уровня, это топ-6 International, на секундочку. На каких-то ошибках таких тонких хрен поймаешь команду. А вот на дебильных каких-то ошибках, абсолютно детских, которые в учебнике по доте проходят, начальные классы, вот это да, это вариант. Зайти куда-то без вижена на ХГ, сделать какой-то блинк в темноту, в лес, когда ты не знаешь, кто там вообще находится. Не держать этот блинк у себя, потратить его в КД отправить. Не собрать БКБ в конце концов. Ну, буду драться дальше, вот такие варианты еще. Буду драться, но это все до поры до времени. Тут сейчас пятнашка, наверное, минимум. Или двадцатка для LGD. Пятнашка. Забудьте вообще. 23 тысячи по золоту LGD. По экспириенсу 17. Тоже LGD Gaming. Ну и поперла команде LGD. На дабл дэмэдж. На иллюзии пропрет дальше. Чтобы просто идти и пушить. Квапас, Ultimate Arbom. 8-3 год. Так классно. И один единственный момент.
Ну, как и Империя. Так хорошо шел в свое время Silent в этом матче против MP Phoenix в втором. Был вариант расковырять команду соперника. Вроде нормально фармим, все хорошо. А потом раз тебе и слив где-то вот здесь, вот под тавером это было. А здесь уже сносят у тебя трон. Так что такая себе игра. Maybe матюки какие-то написал на статуе. Дисквал. Здесь тоже маты. Ну и единственный ММА воспитанный. Не стал. Говорит, а чё, чуваки так все за меня сказали. LGD Gaming. Кто вообще на них ставил? Ну а с другой стороны, на ВП много кто ставил. Конкретно в этом турнире. ФНГ ловит у нас перед Ланс. И уже просто от одной иллюзии ФНГ здесь огребает. ФНГ просто стирают. Лоу хпшный Лил. Лоу хпшный Год. А где Год? Год не убегает уже от Сайла. Год отправляется в таверну, у него нет байбека. Поднимают Иллидана. Иллидан, если в таверну отправится, а Иллидан отправится в таверну, у него тоже нет байбека. Это ГГВП. Это конец. Это поздравляем команду LGD. Тут вариантов никаких. Команда LGD Gaming проходит коллектив Virtus.pro и ВП. Ну, на самом деле, огромнейшие поздравления команде Virtus.pro. Она заканчивает этот турнир на шестом, по сути, месте. Топ-6. Это лучшее место среди всех СНГ коллективов. Это на самом деле призовых 1 миллион 188 тысяч долларов. Это, знаете, ребята, круто. Это топ-5, топ-6. Это жесть, как хорошо. Аплодисменты, естественно, команде Virtus.pro. Молодцы, постарались, порадовали. Но не по зубам им Ксяо Уэйт и его команда. Ксяо выходит у нас в малый финал лузеров и будет там сражаться против коллектива Vici Gaming. И у нас дальнейший матч. Это команда CDEC против команды Evil Geniuses. ЕГЭ, главные фавориты теперь в данном турнире, будут играть против CDEC. Неожиданного взрыва вообще, которого на начальной стадии даже предположить не могли, что CDEC так зажгут. Чуваки, прошедшие кое-как по вайлдкарт. Ну, как кое-как. Хорошо, уверенно прошедшие по вайлдкарт. Два матча, две победы. Теперь играют в финале винеров уже минимум топ-3. Так что тут такое. И ВГ против команды LGD. Это у нас топ-4 100%. И будут сражаться за выход в малый финал винеров. Тоже попасть в топ-3. Далеко не расходитесь. У нас небольшая пауза. Следующий матч — это CDEC против Evil Geniuses. И это финал винеров. Битва за топ-2, битва за сколько? За почти 3 миллиона долларов. Сейчас эти команды уже имеют по 2 миллиона 194 тысячи долларов в своем активе. Еще 600 сверху, почему бы и нет. Все, друзья, до скорой связи. Услышимся через минут, думаю, 15-16. По идее, в 22:30 анонсирован матч. Ну, как обычно, пауза минут 15-20 будет. Все, жду ваши вопросы где-нибудь в ВК, там в чате задавайте вопросы. Поговорим уже перед матчем CDEC против команды ЕГЭ. ВП, еще раз спасибо, это был прекрасный турнир. До связи.